нас обзор на двухэтажный вагон типа Таврия. Для начала я хочу показать наружную часть этого вагона. Мест в этом вагоне 79. Это вагон номер 1, поезд 546. Этот поезд едет с Москвы в Симферополь. Давайте посмотрим. Надписи РЖД нету. Вот тут есть посередине надпись grandtrain.ru. Ну и вот тут тоже такой же вход. Вот давайте пойдем к входу и зайдем в сам внутрь вагона. Посмотрим, какой он изнутри. Вот тут вот такой тип тамбура. Черненький такой, можно вот так зайти. Так, проходим. Тут у нас встречает кулер холодная и кипяток вода. Отлично, это очень хорошо. Купе проводника. Так, вот такие красные кровати, бортики. Вот есть даже свет, лестница и два сундука. Так, выходим теперь из купе-проводника и посмотрим купешки. Тут купе у нас много достаточно. Отлично, вот тут тоже есть такой же свет. Ну, тут сверху тоже есть свет, так что не надо о нем заботиться. Так, вот лестницы, кровати и столик. Так, да. Давайте посмотрим. Это купе. Она в точь-в-точь такое же. Это купе. Ну, такое же прям. Это тоже такое. Здесь никакого разнообразия нет. Думаю, сейчас мы просмотрим все купе. Вот тут. Еще нам надо посмотреть второй этаж. Так, ну, думаю, мы купе насмотрелись. На втором этаже тут коврик тоже постелен. Лена, вот тут смотрите, а тут немного по-другому как-то выглядит пол. Ничего страшного, ну, купе здесь точно такие же. Ну, нет смысла дальше смотреть их. Так, давайте посмотрим. Так, вот ВС, то есть туалеты. Вот такие туалеты, это сам туалет, это умывальник, то есть раковина. Отдельный сбор мусора, стекло, пластик, бумага. Ну и второй почти такой же туалет. Так-с. Так, ну вот посмотрим, вот тут тоже есть. Вот тут даже есть надпись. Построен в 2013 году, капитальный ремонт в 2022 был. Ого! Тут тоже можно открыть двери. Они тут не заграждены. Можно вот так открыть их даже. Вот так. Опа. Так, закроем ступеньку. И зайдем обратно в вагон. Точно такой же тамбур. Бор, не знаю, почему здесь надпись в другом месте поставили. Ну и даже нету надписи, какой вагон. Но я думаю, пока еще не успели этот вагон доделать. Вот. Ну вот такой вагон типа Таврия. Вот купе проводника тут есть. Это везде во всех вагонах. Ну а теперь я буду с вами прощаться. Всем пока, с вами был канал LoveTrain, до скорых встреч! Уважаемые зрители нашего канала, мы благодарим вас за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Спасибо за внимание.